Сегодня футбол живет здесь. Мы на Эстадио де ла Серамика. И у нас есть все для отличного футбольного матча. Состав Вильяреал. Решили сегодня они сыграть высокий прессинг. Будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника, но может им того и не надо. Ставка на агрессивное начало и подавление соперника в начале игры тоже хорошее решение. Вот в каком составе сегодня гости вышли на матч. Эта команда использует ту же схему 4-5-1. Да, но это не должно отрицательно сказаться на результативности сегодняшней встречи. Игра началась, смотрим. Этьен Капу. Пако Алькаса. Манут Тригерус. Неплохой пас получается. Он с мячом и продолжает накручивать от... Сегодня футбол живет здесь. Мы на Эстадио де ла Серамика. И у нас есть все для отличного футбольного матча. Состав Вильяреал. Решили сегодня они сыграть высокий прессинг. Будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника, но может им того и не надо. Ставка на агрессивное начало и подавление соперника в начале игры тоже хорошее решение. Вот в каком составе сегодня гости вышли на матч. Эта команда использует ту же схему 4-5-1. Да, но это не должно отрицательно сказаться на результативности сегодняшней встречи. Сегодня футбол живет здесь. Мы на Эстадио де ла Серамика. И у нас есть все для отличного футбольного матча. Состав Вильяреал. Решили сегодня они сыграть высокий прессинг. Будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника, но может им того и не надо. Ставка на агрессивное начало и подавление соперника в начале игры тоже хорошее решение. Вот в каком составе сегодня гости вышли на матч. Эта команда использует ту же схему 4-5-1. Да, но это не должно отрицательно сказаться на результативности сегодняшней встречи. Сегодня футбол живет здесь. Мы на Эстадио де ла Серамика. И у нас есть все для отличного футбольного матча. Состав Вильяреал. Решили сегодня они сыграть высокий прессинг. Будут давить на игроков соперника и мешать тем начинать атаки с короткого паса. Хотят забрать мяч себе, но план сработает у них только если хватит сил. Конечно, весь матч они физически не смогут давить на соперника, но может им того и не надо. Ставка на агрессивное начало и подавление соперника в начале игры тоже хорошее решение. Вот в каком составе сегодня гости вышли на матч. Эта команда использует ту же схему 4-5-1. Да, но это не должно отрицательно сказаться на результативности сегодняшней встречи.